Приветствую всех модных пончиков на моем канале. Сегодня ко мне приехала корейская косметика. Вот в такой вот коробочке. И сейчас я сделаю небольшой обзор. Первое, то, что я очень хотела заказать, можно так сказать, новинка года. Во всех модных журналах писали об этом косметическом средстве. Называется оно масло для снятия макияжа или просто масло для лица. Значит, вот так вот выглядит упаковочка. Это фирма Миша. Вот так вот выглядит маслице. Здесь вот так вот выливается. Очень оно приятное, мягкое. Нужно наносить на лицо немного и тереть. Таким образом лицо очищается и в целом насыщается различными минералами. Почему это масло хорошо именно в зимнее время, поскольку она действительно напитывает кожу и убирает какие-то сухие участки. У меня было до этого просто гарниеровское, но она достаточно сушит кожу, гель гарниеровский. Вот это я только начала пользоваться, мне очень понравилось, поэтому буду продолжать. Так, дальше я очень хотела заказать праймер для лица. Коллагеновый тут называется, коллагеновый, Etude House, вот название. Вот золотая упаковочка. Я хочу сказать, что за свою недорогую, в принципе, цену, эта косметика действительно приятно пользоваться. Она, во-первых, качественная, во-вторых, качественно, красиво упакована. Вот, и, ну, как я уже сказала, недорого. Вот так вот выглядит в таком тюбике праймер. Сейчас я покажу. Значит, такой здесь носик. Я не знаю, будет ли видно на моем освещении. Вот такая вот консистенция белая. Но при нанесении она становится как будто как крем-брюле. Без всяких таких вот вычурных блесток. Просто подсвечивает лицом. Имеет очень приятный запах. Ну, наверное, на моей руке не очень видно. Но поверьте на слово, что праймер действительно хороший. И такого тюбика 30 мл хватает на очень долгий срок. По крайней мере, на 3 месяца точно, как минимум. Дальше я купила продукт, который в этом году тоже произвел на меня впечатление. Я купила праймер для глаз. То есть, вот для того, чтобы тени держались дольше на лице и не скатывались, не ссыпались. У меня до этого тоже был корейский праймер. Я была просто восхищена, как я вообще не пользовалась таким продуктом раньше. Вот такая золотая упаковочка. Очень напоминает Yves Saint Laurent. Вообще здоровская упаковка. И вот так вот выглядит праймер. Он белый, ну, такого белого цвета, матовый. Можно так сказать. Ну, он прекрасно держит тени. И даже можно блестки наносить. То есть вот праймер, потом немножечко блесток. И ничего не осыпается. Сейчас как раз тема новогодняя блесточная, поэтому можно наносить. Так, дальше я купила вот такую пуховочку Тони Моли. На самом деле вещь незаменимая и всегда нужная. Вот, я в каком-то видео на YouTube у кого-то видела, что жалко такую пуховочку окунать в пудру. Но вот такой вот можно второй запасной вариант иметь. Она небольшая, скорее всего, подойдет больше для румян, чем для пудры. Потом я заказала лак, но что-то я не поняла, почему он мне пришел зеленый. Неужели я заказала зеленый? Прошел месяц, я уже не помню какой. Я заказала это Innisfree, как-то так называется, 88 оттенок. Естественно, все по-корейски. Но я сейчас нанесла буквально неделю назад шеллак в салоне, сделала маникюр. И, в принципе, у меня должен держаться. Вообще хочу все лаки выкинуть свои, поскольку я не могу. Я не могу, действительно, через день уже лак отколупливается. Неважно, какой фирмы. Это Риммель мой любимый или какой-то другой лак. В общем, отколупливается, и мне приходится каждое утро вспоминать о том, что у меня ужасный лак, и в попыхах наносить. Дальше мне пришли какие-то упаковочки, все, я не могу понять, что-то я вообще не помню, заказывала я их или нет. Наверное, это просто пробники. Вот, значит, такая штука для пор. Черкал. Ну и остальное все по-корейски.
Красное масло с маска с корицей. Это такая пленчатая маска, как пленка наносится, как такое, как будто влажная салфетка, пропитанная маской. Вот, перед Новым годом можно сделать очень много масочек, чтобы быть красивой. Skin Food еще черная сахарная маска. Вот так вот она выглядит. Качество вообще все потрясающее. До этого я тоже брала, значит, корейскую косметику, и мне все безумно понравилось. Вот. И какие-то тоники. Тоники с чаем. И также отдельно я себе заказала крем BB Миша. Он мне пришел недель две назад. В общем, я пользуюсь с удовольствием. Всем советую тональный крем от Миша. BB вот этот, он тоже в такой вот упаковке. Цвет 23, такой нейтральный бежевый, там всего 2 или 3 цвета. Такой крем от Миши прекрасно держится в морозы, когда ветер в лицо и холод, и лицо становится красным, как у Деда Мороза, поэтому лучше пользоваться вот Мишей и сверху какой-нибудь пудрой. Вот. Это, наверное, весь обзорчик. Напишите мне, пожалуйста, нравится ли вам корейская косметика и что больше всего нравится, какие продукты. Всем пончикам пока!